Вы однажды даже боролись с Брюсом Ли. Что было в нем уникально с точки зрения восточных единоборств? Я даже не знаю, в чем был его секрет. Конечно, он много тренировался. Надо сказать, что у него была очень богатая практика. Настоящих драк в жизни, а не на экране. Поэтому он очень точно знал, как правильно драться и как правильно защищаться. И всему этому он научился на улицах. Вы когда-нибудь его в настоящем уличном бою видели? Нет, мне не пришлось видеть, как он дерется на улице. Но знаете, когда я его в первый раз увидел, я сказал ему: «Послушай, ты выглядишь как парень, который двигается очень быстро». А Брюс спросил: «Хочешь проверить?» «Давай», — ответил я. И так мы стали драться. Но прежде чем я успел сделать свой коронный удар рукой, знаете, я обнаружил его ногу уже у моего лица. Ну тогда, может быть, вы покажете нам какой-нибудь ваш фирменный трюк, такой, про который можно сказать, это великий трюк Сэма Хунга. Ну, движение Сэма Хунга, ну хорошо. Есть одно такое движение, скажем... Ну, вот это простое. Вот попробуйте взять меня за руку. Берете движение. Это что-то для того, чтобы... Ну, может быть, этого хватит. Thank you very much. All the best. Так, so that they do in China, or what? Thank you very much.